Класс с новыми тренажерами позволяет курсантам ХПИ получить практические навыки вождения боевых машин. Здесь установили 3 кабины с полным компьютерным управлением и выведением дороги на экран. Для тренировок выбрали КРАЗы и КАМАЗы. Именно они сейчас используются в зоне АТО. Новый класс обошелся в 800 тысяч гривен. Средства выделили из государственного бюджета. У нас, правда, дуже приємно приїжджати і бачити, коли та робота, яка ведеться в комітеті, та робота, яка ведеться спільно з Міністерством оборони, має свої плоди. І ті 200 мільйонів гривень, які в цьому році вперше були передбачені саме для розвитку матеріально-технічної бази, для тренажерної бази, для Міністерства оборони, для навчальних закладів, для військових кафедр, які випускають як офіцерів, так і офіцерів запасу, от що це насправді вже дійшло до свого втілення. Специальная компьютерная программа не только позволяет курсанту выполнять простые действия – движение с места, перемещение по дороге, изменение скорости, но и дает инструктору возможность сделать свои вводные – смену дня и ночи, добавление спусков и подъемов, изменение погодных условий. Так, остановился? Молодец. Дальше что делать? Так, молодец. Для того, чтобы управлять автомобилем, керувати автомобилем, потрібні якісь навички, стійкі навички, які виконують кожна людина. Да? Тому попередньо, перед тим, як сісти на реальну машину, вони здесь відпрацьовують ці навички і сідають вже підготовленими, попередньо підготовленими, які мають вже поняття, що потрібно зробити. Новые тренажеры иллюзию перемещения на реальной машине создают на 90%, говорят в ВУЗе. Для изучения самой дисциплины автомобильная подготовка здесь предусмотрены почти 80 часов. Из них на практическое вождение выделяется 20. Теперь курсанты, прежде чем сесть за настоящий руль, в течение 10-12 часов будут получать первичные навыки на тренажерах. Если нет автомобиля, то здесь легко научиться на таком ездить. И потом сдавать здесь можно и на права. В ХПИ считают, что новый класс облегчит работу инструкторам по вождению, а курсантам даст более реальное понимание динамики машины и маневров на дороге. Надежда Тофан, Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив».